Всем привет! Взял на тест раскладушку от компании Cruzy Camp. Раскладушка очень компактная, собирается вот в такой чехол. Данную раскладушку, в принципе, планирую использовать в палатке. Она полуторноместная, довольно-таки такая вместительная, широкая раскладушка. Все характеристики оставлю под видео. А сейчас вам просто хочу показать, как она разбирается, как она собирается, ну и насколько это весь процесс, скажем так, легкий. Достается из чехла довольно-таки легко. Раскладывается тоже очень легко. Чтобы ее окончательно привести уже в готовое положение, нам нужно вот этот рычаг просто поднять вверх. Все. Вот этот палец, он фиксируется вот эту дырочку, вот это отверстие. Все, зафиксируем. Потом мы застегнем молнии и накроем вот этой накидочкой. С этой стороны мы делаем ту же самую процедуру. Все. Теперь молнии мы застегиваем и накидываем вот эти накидочки на липучки. С той стороны делаем то же самое. Закрываем молнии. И все. Раскладушка готова. Останется положить подушку, взять спальник или простое одеяло, и можно спать. Единственное, на раскладушке такого типа, ну я думаю, что в принципе, наверное, на любых раскладушках, вот сюда лучше стелить еще или какой-то поролоновый матрасик, или какую-то пенку, для того, чтобы снизу, если холодное время, не поддувало. Все, друзья мои, вот такая раскладушка от компании Cruzy Camp. Ширина данной раскладушки 82 сантиметра. Длина раскладушки 2 метра 4 сантиметра. Диаметр трубок 15,8.